Привет! Это видео, такой небольшой обзор мыла с нуля, которое я делала и которое уже вызрело. И сейчас я занимаюсь его упаковкой. Очень многие просили показать, как оно будет пениться и рассказать, пахнет ли оно после вызревания. Вот сейчас я вам все покажу и все расскажу. Моя упаковочка. Пахнет мыло все очень хорошо, хотя на самом деле я тоже правда переживала, потому что использовала я не отдушки, а эфирные масла. Ну, как известно, они теряют запах, улетучиваются. Ничего подобного не произошло. Мыло очень хорошо пахнет. Запах очень резкий. Добавляла я по 10 мл эфирного масла на формочку весом 600 грамм. То есть масел у меня было, наверное, грамм 450, все остальное вода, щелочь. Ну, вот так вот. В принципе, так и положено по технологии такое количество добавлять запаха. Это мое мыло Lime Egaloe. Между прочим, здесь эфирное масло лайма. И, как ни странно, вот цитрусовые, они же вообще очень быстро улетучиваются. Нет ничего подобного. Мыло пахнет очень ярко. И стало оно твердым. Вот они мои кусочки. Первым своим мылом я недовольна. Тут у меня, во-первых, появились глицериновые реки. Это то, что я сделала неправильно. Все-таки я мало того, что добавила очень много диоксида, хотелось очень не отбелить вот эту часть. Но к тому же я еще и поставила это все в довольно-таки горячую духовку. У меня мыло с нуля холодным способом. Для упаковки Саша сделал мне вот эти полоски. Я беру кусочек мыла. Термопленку использовать не буду. Обворачиваю, заворачиваю и скрепляю просто обыкновенным скотчем. Вот он мой брусочек. Это мыло у меня сварено на соке алоэ. Пошла к маме, ободрала у нее полкуста. Она сидела на меня, смотрела обидными глазами и сказала: ну ладно, с тебя кусок мыла. И клею бирочку. И напоследок, как я и обещала, я покажу, как пенится и мылится это мыло. Это было мыло с алоэ. И вот то, чем я уже пользовалась, мое первое, неудавшееся. У него пена вот более кремовая. На этом все, буду прощаться. Спасибо всем за просмотр, спасибо всем, кому интересно мое творчество. Рецепт своего мыла, наконец-то, я теперь уже оставлю, прикреплю в комментариях под этим видео. Раньше я не давала рецепта, до тех пор я говорила, что не буду ли делиться рецептом своего мыла, так как сама учусь, и пока я не попробую это мыло на себе, на своих близких, я рецепта не дам. Вот я его попробовала, и теперь кому надо, рецепт будет прикреплен в комментариях под этим видео. Еще раз спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, до новых встреч в новых видео.